мясо через стекло, я захожу вовнутрь. Наша дружба с ней заключается, но в первую очередь в том, что она меня пускает на свою территорию, но что приятно, выпускает. Назад? Конечно, я тоже так думаю. Естественно, когда я нахожусь там, я соблюдать вынужден некоторые меры предосторожности и некий этикет. Я, например, не могу идти в вольере впереди нее. Я не могу закрывать ей дорогу. Есть еще несколько моментов, которые надо соблюдать. И я... Она убежит. А не будет откушать. Ну что есть?